Так, ну какая ж майская ночь проходит без утопленницы? Вот видно вам, курица сидит. Она только что чуть не потопала. Вот она вся мокрая. Ну не только что 2 часа назад, вот она сидит. Ну какая ж майская ночь проходит без утопленницы. Ну как ты, утопленница? Не могу, на самом деле. Утопление. Ну, знаете, что у меня куры все ручные, но после утопления и искусственного вентиляции легких куры живут, точнее действуют очень, поведут себя очень дико. Ну, как, это май, потому что май, много в мае утопленников. А нефиг было в бочку прыгать. И искупнуться там решила. Сезон себе устроить пляжный. Увидела, что музыка заиграла, что Пугачева запела. Так, ну, в общем, она сейчас сидит, сушится в домике. Сиди, сушись, сиди. Да, дурная голова ногам покой не дают. Ну, по-моему, я ее Маруси называла, но уже точно не помню. Потому что по такому виду обнаженному тяжело понять, как зовут курчишку.